Напутственные слова и объятия. Скоро начнется экзамен по литературе. Перед ним выпускники читали десятки произведений русских и зарубежных классиков. А еще анализировали их, учили цитаты и стихи. «Война и мир» и «Тихий Дон» — это самые большие произведения в кодификаторе. Очень много рассказов, повестей, романов. Большое количество произведений и стихотворений. Все пришлось прочитать полностью. Читала анализы, потому что многие произведения очень сложные по своему написанию. Я начала волноваться еще за день, но надеюсь, что зам хорошо, на 80+, и пойду потом по музыкальному направлению. Литературу в Тюменской области сдают 576 человек. В основном это те, кто планирует связать жизнь с творчеством. Я хочу поступать на актерское мастерство, но это моя мечта. А как план Б? На учителя литературы. Меня очень привлекает публицистика. С собой только паспорт и ручки. Вход через металлоискатель. В каждой аудитории по две камеры. Списать не получится. В аудиторию заходим с открытым паспортом, без корочек, проверяем все данные. Готовились к ЕГЭ не только выпускники. В регионе итоговая аттестация проходит в 50 пунктах. В аудитории только 9 учеников и наблюдатели. Они тоже прошли специальное обучение. В каждой аудитории у нас по 2 организатора. Все аудитории оснащены станциями печати. Все аудитории, все рабочие места участников готовы. Рассадка производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм. На написание этого экзамена отведено 3 часа 55 минут. В коридоре выпускников ждут учителя литературы и классные руководители. Я обычно говорю так: давайте, переживать буду я, а вы спокойно сдаете экзамен. Обязательно. Это всегда, учитель всегда волнуется, наверное, даже больше, чем родители и дети. Ну, ребята, настрой очень хороший на экзамен. Готовы сражаться, готовы бороться за самые высокие баллы. Помимо литературы, сегодня выпускники сдали ЕГЭ по географии и химии. 3 и 4 июня пройдет самый массовый экзамен – русский язык. 7 июня – математика. 11 – история и физика. Обществознание школьники сдадут 15 июня. Биологию и письменную часть по иностранным языкам – 18. Вторую – устную часть – 21 и 22. Последним выпускники сдадут информатику 24 и 25 июня. Результаты по литературе, химии и географии будут известны не позднее 15 июня. Остальные – до 8 июля. Дарина Халина, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.